Вопросы приватизации госимущества республики обсудили уже на совещании под руководством председателя Народного собрания Хизри Шексаидова. Как отметили докладчики, результаты работы независимых оценщиков необходимо проверять, в первую очередь для того, чтобы не занижать реальную стоимость объектов. На встрече также было принято решение вывести из прогнозного плана приватизации два объекта недвижимости. По словам спикера парламента, приватизацию каждого объекта надо тщательно рассматривать, учитывая государственные интересы. Также Хизри Шексаидов отметил, что необходимо создать реестр объектов республиканской собственности. Все данные должны быть в свободном доступе в сети интернет.